Всем привет, друзья! Это четвертый выпуск CS Basket TV, и сегодня подошел к своему логическому завершению пятый игровой день. Сейчас 2 часа ночи, мы находимся в Уфа-арене, где, собственно, и готовимся к завтрашнему мероприятию. Но об этом чуть позже, а прямо сейчас мы готовы подвести... Готовы ведь? Готовы подвести итоги, да, конечно, игрового дня. Итак, Алексей. Сегодня мы подводим итоги пятого игрового дня. Наверное, надо признать и быть честным, что все-таки финалистов мы предполагали изначально, и мы очень хотели, чтобы эти команды встретились в финале. Лицом к лицу. Да, в финале. И надо отдать должное, что та жеребьевка, повторюсь, жеребьевка вслепую, она все-таки состоялось, и сегодня мы говорим о том, что в финале у ребят встречаются команды из Новосибирска, сильная команда, неплохие ребята, и команда местная, команда школы номер 54, клуб «Шанкар» города Уфы. Если говорим про девчонок, то очень жаль, обидно, что сегодня наши землячки Пермские «Шаркс» проиграли 3 очка и будут бороться уже только за третье место. А в финале мы увидим вполне прогнозируемую команду из Челябинска, Челябы «Дрэгонс», и команду из Иркутска, «Байкал», которая, наверное, отчасти была темной лошадкой, которая, в принципе, наверное, не совсем просто вышла из своей группы, но затем очень успешно, удачно продолжила борьбу в сетке и вышло в финал, который мы с удовольствием увидим завтра, начиная в 2 часа. Да, друзья, пожалуй, это единственный выпуск, где у нас нет приглашенных гостей, и это неудивительно, потому что все гости спят, и говорить сегодня будем мало. В принципе, артисты у нас уже все приехали, герои площадок здесь, команда UG также здесь. Сейчас все только начинается, несмотря на то, что уже много времени, мы только начинаем репетировать и закончим, наверное, утром, после чего мы отправимся побриться. Помыться, привести себя в порядок для того, чтобы сделать действительно хорошее шоу. Но мы сделали, надо сказать, что мы сделали, наверное, за эти сутки очень многое. Хоккейную арену Салавата Юлаева, арену, которая никогда не видела баскетбол, мы превратили в настоящий, на наш взгляд, дворец баскетбола. Мы постелили паркет, поставили партер, поставили стойки, андавижн. Баннер, сцена. Ну, в общем, в лучших традициях, наверное, даже не российского баскетбола, я надеюсь, с учетом 3D-маппинга, света и звука, подготовлена баскетбольная арена для того, чтобы завтра олимпийские чемпионы и новые герои КСБаскета смогли здесь показать себя. Вот этими руками, друзья, все было сделано вот этими руками. Ну что ж, и в завершении, наверное, нашего сегодняшнего репортажа наш оператор Матвей чуть-чуть подснимет то, что, собственно, мы создали этой глубокой ночью в 2 часа. Увидимся завтра. Пока. Всем пока.